Серая зарплата – это зарплата, с которой налоги в бюджет государства поступают частично. Она состоит из неофициальной черной, которую получают отдельно, часто наличным, и официальной белой зарплаты, с которой и уплачиваются все налоги. Как получить кредит с серой зарплатой? Этот вопрос, интересующий всех россиян, которые трудоустроены официально, но часть зарплаты получают в конвертах. Подробнее на нашем сайте.